before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame. Cover up your face, you can't run the race. The pace is too fast, it just won't last. Всем привет, ребята, с вами Джов, и сегодня мы познакомимся с очень интересной машинкой. Когда-то этот средний танк я всячески хаял на общем тесте, говорил, что он ни о чем и у него нет будущего. Но потом танчик вышел на основу и выяснилось, что это не просто хорошая машинка, а по факту, наверное, лучший средний танк 8 уровня. Да, все мы ошибаемся. И речь идет сегодня о американском барабанщике Т-69. Мастер-класс игры на нем нам сегодня покажет бывший Red, нынешний Virtus.pro и просто хороший человек Бегемот 1. Самое интересное в его нагибе то, что Бегемот играет полностью без голдовых снарядов. Многие игроки жалуются, что мол Т-69 нагибает только с голдой, а без нее он типичный не попал, не пробил. Поэтому все мои знакомые из клана Оленей или Red проходили Т-69 именно на голде. И даже я сам некоторую часть боев провел именно полностью на голде. Но сегодня Бегемот развеет это ошибочное суждение и покажет вам, что Т-69 может быть хорош даже без голды. Если, конечно, у вас такие же ровные руки прямо из мозга, как и у нашего героя. На этом я заканчиваю со вступлением, и мы переходим, собственно, к вводу. Вас ждут комментарии и аналитика Джова, геройство Бегемота и оленизм союзников. Итак, поехали! Бегемот на танке Т-69, мы на карте Крым, и в начале боя, пока идет отчет, расскажем о самой карте. Карта Крым, она же Южный берег, это очень такая вот холмистая, несимметричная карта, чем-то похожа на рудники. Если арта есть в бою, то все сводится у противника и у союзников всего лишь к тому, что вы стоите за укрытием, выманиваете противника под свою союзную артиллерию и делаете такие короткие стремительные атаки, перебираясь от укрытия к укрытию. Но если на карте Южный берег нету арты, то все совершенно принимает иной вид. Противники, ну и союзники становятся наглее, все стараются первыми занять какие-то интересные позиции, все стараются занять кусты, камни и так далее. И сейчас вы видите по сетапу, что Бегемот попал в бой, где в топе 9 уровни. Есть ПТшки, есть СТшки, в принципе, всех примерно поровну, но артиллерии абсолютно нет. В начале боя он занимает очень удобную позицию. С этой позиции удобно подсвечивать спуск. Вы сейчас увидите, там вот первые противники уже поехали. Вот он подсвечивает спуск, у нас решает стрелять не по первому, а по второму. Потому что пушка у нас не очень точная. Вот, с этой позиции удобно подсвечивать линии EF, то есть конкретно квадраты E6, F6, и опять же отстреливаться по ним. Вот, собственно, это и делает Бегемот. С другой стороны, дорогие зрители, если артиллерия в бою есть, то эта позиция, скажем так, палка о двух концах. С одной стороны, вы прикрыты кустом и можете неплохо пострелять. С другой стороны, если вы подкатитесь сюда уже во второй раз или даже в первый раз, арта может просто бланшотом сюда закинуть, потому что это одно из любимых мест, куда артиллерия сводится и ждет, пока кто-то подсветится. Итак, дорогие зрители, арты нет в бою, и мы видим, что противники просто наглеют. Они даже не стоят под укрытиями. Ну, укрываться, по сути, нет кого. Они просто выкатываются вперед и сейчас будут прямо на ваших глазах просто зажимать этих двух 59-ок. Отстрелял уже один барабан Бегемот, но уже перезарядился и пытается всячески хотя бы хоть чуть-чуть как-то помочь своим двум 59-кам. С другой стороны, он, конечно, не хочет получать лишний дамаг, поэтому он стреляет. Потом немножко откатывается и, видите, не всегда пробивает. Собственно, вы сейчас ярко видели, что не совсем точная пушка у 69-ки. Я бы даже сказал, что довольно косая. Поэтому, когда вы стреляете обычными боевыми снарядами, бывает очень-очень трудно пробить. Итак, противники без проблем сжирают двух 59-ок, 4 в два рыла. Ну, а Бегемот у нас меняет позицию. И смотрите, куда он уезжает. Он уезжает в низину. Вот это вот сейчас он будет использовать одно, наверное, из главных преимуществ своего танка, кроме барабана. Это отличные углы вертикальной наводки. И смотрите, дорогие зрители, какая получается ситуация. Ситуация получается следующая, что сверху КВ-5
с одной стороны, агрит на себя 3 СТшки, даже 4, наверное, 4 СТшки, а с другой стороны, бегемот просто их в бочину расстреливает. Вот тут, я считаю, вот в этом моменте получилась просто отличная такая вот спонтанная взводная игра между бегемотом и этим КВ-5 с ником Frisky Man. Frisky Man, тебе респект и уважуха, мы его еще увидим в этом бою. Вот сейчас это просто была отличная игра. С одной стороны, КВ-5 выступает в роли агро, то есть в роли красной тряпки для СТ-шек, а с другой стороны, вот смотрите, выезжает бегемот, прицеливается, кстати, обратите внимание, он прицеливается в задний каток, поджигает першинга и не дает ему уехать. Еще дамаг, и добивает суперпершинга. Отлично. Но, конечно, ребят, хочется отметить, что пушка, конечно, у 69-ки очень косая. Дело в том, что стабилизация, как у всех американцев, хорошая, но вот сведение очень долго. По этой причине на дальней дистанции стрелять очень трудно. Итак, бегемот пока выжидает, пока перезарядится уже, по-моему, 4-й или 5-й барабан. Выпиливают практически всех СТ-шек, по крайней мере, двое из четырех, скажем так, слились, как последние днища. Вот, бегемот видит, что все уехали, и спокойно себе выезжает вперед. Спокойно себе выезжает вперед, подкатывается к своим уже облюбованным кустам и просвечивает, смотрит, есть ли там кто-то или нет. Там никого нет, и бегемот видит, что на пляже творится просто адская вакханалия. На пляже всех опять же слили, союзники нам все слились, и надо там как можно скорее помочь. Он, собственно, туда и едет. И как вы видите, вы, наверное, заметили уже по этому бою, динамика, конечно, у 69-ки не самая лучшая среди СТ-8 уровня. Я думаю, наверное, даже самая худшая, потому что даже по сравнению со второй пантерой 69-ки, ну, не хватает и максималки не хватает, я считаю, и просто мощности двигателя не хватает, чтобы быстро переезжать на разные дистанции. Вот сейчас горки на более-менее нормально скатилась, бегемот подъезжает к заборчику, чтобы его слева никто не выцелил, видит прототипа, он же унитаз, и без проблем его выцеливает. Стреляет в передний каток, чтобы тот не уехал, но это даже ему и не нужно было. Он умирает с трех снарядов. Унитаз, бедный унитаз, до свидания. Итак, еще бегемот знает, что на Б1 дальше по пляжу прокатились еще два танка. Это Тигр 1 и 69-ка. Он пока что выжидает возле заборчика, как видите, тут тоже очень удобная амбразура и позволяет играть через башню. И потом просто тупо скатывается вниз и едет за Тигром. Тем временем союзники пытались муразурить вражескую базу, но у них ничего не получилось, и они все слились. Но тут бегемот едет, и сейчас будет очень интересная дуэль. Смотрим. Выезжает на 69-ку. Выстрел. Не пробивает 69-ка. Еще раз выстрел, и катаемся. Вперед-назад, вперед-назад. Еще раз выстрел снайперский, и катаемся. Вперед-назад, вперед-назад, катаемся. И это гол, ребята. Это просто гол. Я вам сейчас хочу объяснить, что же произошло. Бегемот, получается, выехал на противника, который был full хп и равный себе, ну, может быть, не full хп, там, извиняюсь, поменьше было, потому что он с барабана его убил, вот. И он не просто стрелял в него, а он еще после каждого выстрела немножечко катался взад-вперед. Это было сделано для того, чтобы не дать противнику выцелить НЛД, чтобы не дать противнику выцелить какие-то слабые плоскости. Бегемот все это сделал, и получается, из четырех выстрелов противник пробил его всего лишь один раз. Итак, едем дальше. Тут мы видим Тигра, который тоже решил вернуться. Тигр садит на гуслю бегемота, ну а у бегемота еще половина барабана, еще КД. И он, конечно, ничего сделать не может. Поэтому он подъезжает вперед и пытается спрятаться за трупом. Но у него это не очень получается, потому что все-таки труп очень маленький. Ну, а Тигр это не самый косой танк, это вам не из. Но барабан уже перезаряжается, бегемот опять выезжает. Выстрел вперед, загорается трансмиссия и... Аляулю, привет, Тигр. До свидания. Пацан, как говорится, поиграл. Ну, а сейчас что осталось? Бой, конечно, приближается к эндшпилю, но ситуация у нас очень печальная. У бегемота уже 5000 дамага, но при этом союзники уже умудряются, все продолжают сливаться, умудряются сливаться, как-то непонятно вообще. КВ-5 остался на базе, остался еще Центурион и Суперпешинг, но у противника 2 девятых уровня, ИСУ, ИС-3 и 13-90. And I'm left in the wake of the mistake, slow to react. Вот бегемот подкатывается к нашей базе. Там светится уже М103. С одной стороны, М103 всего лишь 60 хп. С другой стороны, КВ-5 может не догадаться стрельнуть фугасом. Поэтому, конечно, очень важно хотя бы одного союзника засаппортить и спасти. Откатывается назад М103, не замечает бегемота и умирает. Бегемот сразу же ходит на КД. Очень важно, дорогие зрители, на любом барабанщике, или американском, или французском, очень важно следить за КД. Потому что если вы не вовремя нажмете кнопочку, то все закончится очень печально.
Итак, что у нас получается? 5 фрагов у бегемота, и он остался один с КВ-5. Ну, у противника еще 54-ка, ИС-3, ИСУ и 13-90. И сейчас мы посмотрим, как будет вытягивать весь этот бой бегемотище. Итак, задефимся возле базы и ждем наших противников. Да, дорогие зрители, поступаем именно так, потому что если бы, конечно, на южном берегу была арта, то она могла бы переехать на пляж, убиваем 13-90, классно посветил, она могла бы переехать на пляж, это вторая линия, или переехать на нулевую линию, там, где деревня. Вот, и оттуда она бы просто закидала. Но арты у нас нет, поэтому можно играть через углы вертикальной наводки, можно играть через башню и пытаться как-то развести своих врагов. Вот сейчас бегемот будет какое-то время находиться на базе и просто выжидать, что же будут делать его враги. Подсвечивается 54-ка, как раз подходит барабан, стреляет в передний каток. Бегемот не попадает, и вторым выстрелом везет ему в передний каток, попадает снаряд, и 54-ка уходит. Это, вам скажу, дорогие зрители, очень большая удача, потому что 175 пробития, это, наверное, тоже один из минусов данной стэшки. 175 пробития не всегда хватает, чтобы пробить даже, там, не знаю, даже ИСа первого в лоб. Даже 59-ку в лоб 175 пробития не гарантирует, что вы попадете в цель и нанесете урон. Итак, пока ждет бегемот, пока ждет, выжидает. Тут надо играть очень аккуратно. Надо просто выжидать, пока противники будут что-то делать. То есть, в принципе, тут активно действовать должен не он, а его враги. Поэтому он выжидает, прокатывается, пытается как-то аккуратно сыграть. И вот, наконец-то, начинается экшен. Противники начали мурозорить нашу базу. Что же мы будем делать? Мы, конечно же, не будем ждать, пока все дойдет до последнего момента, а сразу едем туда. Бегемот сразу едет туда и попытается как-то развести врагов и сбить захват. Едем вперед и смотрим, как это все будет происходить. Вот тут сейчас, ребята, бегемот еще раз будет использовать один из главных плюсов своего танка. Это отличные углы вертикальной наводки. То есть пушка вниз опускается просто офигенно. Плюс есть рикошетная башня, об этом тоже нельзя забывать. Выкатывается он на ИС-3. Ну, а тут пока вы видите ярко минус этого танка, это то, что пробития не всегда хватает. То есть два раза попал и нанес урон, ну а два раза не попал. Один раз не пробил, а другой раз снаряд вообще ушел под днище. Вот, как говорится, есть и плюсы, и минусы. Бегемот уезжает отсюда и сейчас уже зайдет с другой стороны. То есть не надо на одной точке сидеть постоянно, надо пытаться противников как-то разводить. Вот тут, честно скажу, мне как-то остались непонятны действия врагов его, бегемота, потому что они же видели, куда он уезжал, почему они в ту сторону не повернулись. Непонятно, но спишем это на их, скажем так, малый опыт игры. Выкатывается бегемот, видит ИС-3, сводится, и даже без полного сведения ему везет, он его попадает и убивает. И сразу же, кстати, заметьте, сразу же уходит на КД. Почему сразу на КД? Потому что вот тут его позиция такая перед камешком очень удобная, и он может даже в какой-то момент развести ПТ-шку и убить ее. И даже не убить, а поджать. Вот, поэтому он сразу же уходит на КД. КД заканчивается очень быстро, всего лишь там 20 чем-то секунд. И он уже готов. И он опять делает, что он делает опять? Он опять возвращается назад, на ту же позицию, на которой был в начале этой небольшой сценки. Опять к старому въезду на базу возвращается и будет уже пытаться развести оттуда. Конечно, если бы я был на месте ИСУ, я бы просто откехал бы в самый угол края захвата базы и там бы себе спокойно муразорил. Но так как уж не все догадываются такое делать, вы видите, что ИСУ... Куда сейчас отъехала, сейчас посмотрим. Она отъехала за кусты. Вот вы сейчас увидите. Вот светится ПТ-шка. Раз дамаг. Два дамаг. Бегемот откатывается, ИСУ не попадает. Углы наводки позволяют нам еще отстреляться. Не пробил в маску, по-моему. И еще раз не пробил. Вот, честно говоря, тут, дорогие зрители, вот прямо вот в этом моменте, когда последний снаряд прозвучал, или когда даже ИСУ отстрелялась, я бы поехал прямо на нее. Я бы действовал более агрессивно, чем бегемот. Я бы поехал на ИСУ и просто бы ее поджал возле этих кустов. Но бегемот решил действовать более аккуратно. Я понимаю, что там, наверное, нервы или что-то такое. Со мной тоже такое бывает. Не всегда действуешь правильно. Вот, ИСУ катится на бегемот, и сейчас будет очень
Интересный момент, выкатывается назад, еще один дамаг, и супромахивается, и это все. Вот это был фейл, дорогие зрители. Это был такой фейл, господи, это был такой фейл. Как можно было так промахнуться? О, да. И бой заканчивается на этом, и сейчас мы посмотрим результаты. Но Ису, тебе значок лучший оленевод севера. Это да. Почти 7000 дамага. Просто офигеть. Просто 7000 дамага, и вы увидите, что союзники, ну, практически в этом бою ничего не сделали. Разве что неплохо пострелял КВ-5 и Ису. Одна из союзных Ису. Все, все остальные слились, ну, вообще ни о чем. Можно сказать, что 69-ка очень интересный танк, и вы сами видели, что она может вытягивать даже в самых таких вот ситуациях печальных. В прямых руках, даже в самых печальных ситуациях, она может вытягивать именно за счет каких плюсов? За счет плюсов того, что у нее есть быстрый барабан с быстрой перезарядкой и отличные углы вертикальной наводки. И это все, причем на ББшках. Вот, надеюсь, вам все понравилось. Надеюсь, вам понравился нагиб бегемота. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставайтесь на связи, покупайте этот отличный танк и нагибайте еще лучше, чем наш герой. С вами был Джофф, канал Уголок Нагибатора. Всем удачи, нагибов и хороших медалек. Чао-чао!